Остаться без крыши над головой могут жители столичного микрорайона Агёль. Дело в том, что городские власти решили по проекту возвести на данном участке школу и детский сад. Казалось бы, вполне полезное и необходимое решение. Но что делать людям, которые уже построили там дома и живут в них? Вопрос открытый, и ответа пока не видно. Разобраться в ситуации попытались наши корреспонденты. Сюжет Луизы Раджабовой. Не думали, не гадали, а строили. А ведь стоило, оказывается. Когда лет 15 назад люди в массовом порядке засыпали болото и возводили дома, они и не думали, что настанет такой день. В ближайшем будущем здесь построят школу и детский сад. Только не для их детей, а вместо их домов. Когда человек идет и платит за газ, за воду, за свет, принимает оплату. А куда идут эти деньги? Почему не спрашивают в этот момент? Так там же идет база. Почему же просто так принимают оплату за свет и за газ и за воду, если это у них, получается, не зарегистрировано? 80% у населения этого района есть документы. И зеленки, и собственность о их жилищном помещении. Еще с 2011 года территорию в районе озера Агёль выделили под строительство школы. Однако площадь застроена индивидуальным частным жильем. Из этого следует, что около 16 домов непосредственно попадают в границы участка образовательного учреждения. Кроме того, что имеется согласованный проект, должно быть выдано разрешение на строительство. А без разрешения на строительство объекты считаются самовольно застроенными. Многие считают, в силу сложившегося правового нигилизма среди населения, что можно сначала что-то разместить, построить, не стационарный торговый объект, или какую-нибудь будку, или даже возвести дом, а потом под это в судебном порядке, используя какие-то связи, знакомства, иногда прямой подкуп чиновнику, можно все это оформить. Вот это и является основой того, что в наших городах в России происходят такие случаи, когда власти вынуждены сносить целые кварталы. Воевать население не хочет. Миру мир. У людей есть альтернативный вариант решения вопроса. Предлагают перенести строение на пустое поле, около 10 гектаров, возле которого они и живут. А тем, у кого проблема с оформлением участков, наоборот, помочь, узаконить и поставить на кадастровый учет домовладения. Вот оплачены, пожалуйста, за свет, за газ, за воду, за земельные, за штрафы, которые сами схватили, которые платили документы есть. Вот техпаспорт, пожалуйста. Если администрация в этот период не выделяла территории на данном участке, и вдруг появляются документы, выданные за тот период, когда там вообще не выделялись участки, с узаконением этого участка, естественно, это говорит о том, что данные документы подложны. По словам жителей, всего мэрия заявила о сносе 40 домовладений. Это все, у которых нет правоустанавливающих документов, около 100 семей. Однако власти утверждают, их будет намного меньше. Те дома, что выстроены вокруг незаконно, они, естественно, и ожидаемо будут сноситься, потому что уже много лет данные участки зарезервированы именно под территорией общего пользования. На сегодня все коммуникации до жилых домов проведены. Есть газ, свет, вода, отопление. Эти территории застроены 15 лет назад. Самому молодому строению 5 лет. Никакие надзорные службы сюда не приходили, никакого контроля и учета не было, говорят люди. Мы откуда знали, когда мы землю здесь осваивали. Кто знал, что по проекту здесь садик будет? Кто это знал? Кто нам говорил? Кто приходил? На кого есть протокол? Нет уже ничего. Может, были какие-то недобросовестные, я не знаю, люди из числа прежних чиновников или еще кто-то, кто каким-то образом оформлял липовые документы. Однозначно липовые, потому что если посмотреть на кадастровую карту, там четко выделены границы участка именно под школу и под детский сад. Есть план города, и мы намерены соответствовать.
Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, новости ННТ, Махачкала.